Малыш весом 25 килограммов появился в Ивановском зоопарке. На этот раз пополнение в семействе зубров. Детенышу уже 2 недели. Со здоровьем у зубренка все хорошо. С мамой он пробудет как минимум год. А вот когда подрастет, отправится в другой зоопарк. Мама его защищает, она сейчас довольно агрессивна, поэтому в вольер мы к ней не заходим. Питается сейчас еще молоком матери. Потихоньку начинает пробовать то, что едят взрослые особи. У одних пополнение, у других новоселье. Сейчас в зоопарке строят еще один просторный вольер. В прошлом году в новые клетки заселились хищные птицы, волки и белки. Лебеди обживают новый пруд. В этом году мы начали строительство нового вольерного комплекса для животных Австралии. В этом вольере поселятся у нас страусы, эму и кенгуру. И часть вольера будет отдана для африканских страусов. 14 сентября, как выяснилось, дата для зоопарка символичная. В этот день 16 лет назад в зверинец пришли первые посетители. Именно тогда ивановцы открыли для себя мир дикой природы в самом центре города. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.